Ну, ты не стоишь АФК, ты в случае чего бегаешь, бьешь Альянс, чтобы он не мешал. Да какой Альянс тут никого, братан? Будет, будет. Тут ДКшник Ну, если летал. вы карты не Он будете сейчас не писать. подлетал и писал, что вам будут мешать бить. Ну, типа, вы не убьете. Я Все по окей, баг, я спеке буду бить уже, я Альянс. готов бы. Пегастрий. Всем привет. О, нифига себе, меня повысили. Полиночка. Женечка. Я уже больше не пассив гильдии. Привет. Привет. Пассив, блядь. У меня просто описано актив гильдии. Я думаю, блядь, раньше, значит, я был пассив. Вага, у тебя тут много пассивов? Чего? Вообще о чем? Вы не знаете, это ребята пассивы. Нравится в дискорде вот ГМ, зам ГМа и еще что-то. Вот это прикольно. Два в одном, бля. Зам зама. Сам себя заменяет. Кого Что-то нам делать не надо. хватает с гильдии, мне вот интересно. Кому вообще эта первая ката нужна была для начала? Там много Списочек есть? народа. Монороутера 2. Еще Неонекс. Мосса. я могу помочь. Не хватает наших А из ПВПшников. 8-й группы кому-то нужна первая Мне, ката, нет? конечно. Восьмая группа это так. Те, кто подальше от рейда находится. И пусть это хилов хилят, которые будут стоять в стороне. Мы не достанем, нас убьют. Ну, как Ну, вариант. вас убьет, но вы же рейд не будете убивать, если вы будете взрываться в стороне. Если нужна помощь, могу Можете в помочь. какие-нибудь кривые хилоспеки сделать себе и стоять хилеть в ДД шмоте там. Да и все. Крепость, ты если хочешь 300 ЕП, я тебя возьму в рейд, но ты будешь находиться не близко к рейду. Контакт. Блин, а чё так? Вага, А у потому него что только я танк так аспект, сказал. насколько я знаю. Ну Ну, в ладно, танке давай. можешь бегать, гасить альянс. Альянс-то. Я могу в хила спекнуться, похилить чуть-чуть. Так, а тут Т5 не работает вообще, да, я так понял? Она прекрасно работает, если идиоты на Альянсе мешать не будут. Нет, Вак, на второй Не-не-не. кате, который босс, там паладиновский отключается Т5 сам по себе, и понятно почему. Я уже проверял это. В комбате, если комбата нету, даже пропадает. Уроги Т5 работает здесь. В прошлый раз работал до момента, пока Альянс не Уроги. Напишите Вторую карту точно кто-нибудь отключается. Олегу и его ППС. Фисяу пока на БГ. Вот там. Кстати, а Чет там же не может выйти. Я ж кому-то камни должен был сделать, и что-то не сделал. Так есть ли человек? Ждем, короче, еще 5 минут. Враска, это я тебя просила сделать для знакомого. Он тебе не написал, что ли? Я ему написал, что-то БГ кончилось, я что-то забыл. Вага, Он смотри, не какой у меня писал орел. больше. В данный момент я смотрю на список гильдии. Заебал, ты что такой серьезно? Пускай еще напишет, если ему надо. Блин, да не доставай ты его, господи. Блин, Полин, ты забыл, что ты на это Дорогой мой Ванилька, если ты не перестанешь меня доебывать, я дам тебе мут в Дискорде на 1 неделю. Брат, я хочу в рейд уже. Первую кату убьем и пойдем в рейд. Я буду рада твоему... О, кидай пати, сейчас вам помогу. О, япончик. Красавчик. Япончик. Ваниль, сделай еще активацию голоса, нажатие кнопки, а то у тебя там телевизор работает. Sure.
Что тут делать вообще? Что ты паладин, ничего. Танчить босса, танчить трэш он вызывает. Ничего сложного. Слышишь, у меня попри... Может, лучше Ван Холли-то, я? Красиво. Покурите 3 минуты и начнем. Беликс, как ты боком летаешь? Шо, блин? Неликс как-то боком летает. Как? Бля, Неликс вообще питон. Ты решил... Не питон, а петух. Да, соскучился? Чё, блин, я прослушался что-то. Странно, что он не кукарекает. Тебя как-то плохо слышно как будто. Я тихо говорю. Что угодно. Говорит, Серёжу не доёживай. Серёжу? Ага. Я знаю, что у него голова болит сегодня. Завтра будет. Да. Варом пати дайте. А, блядь, он один. Смоньте ребят, которых не хватает еще нам. Там декаду вар еще. Танчный народ. Восьмая группа вообще рассосалась от рейда. Рогу еще сманить. Да, у него еще за альянс наверху. Так, вы можете просто ретриком... Зачем вы бьете его? Вага, слышишь? Ретрики просто могут все усилки кинуть в ману, в интеллект. Давай не будем фантазировать, пожалуйста. И без ретриков справимся, ничего страшного. Нахуя вы убили вы этого альянса, блядь? Рогу, суманите кровавый взор.
Ваг, надо быстрее начинать, он сейчас... Мейн танк, монород, офф танк, алоэ, все остальные в ДД. Ой, да не могу присмотреть что-то. Суманите Рога и Локи. Короче, на пул. Бафы там раздайте. Эпигастры еще не засуманили. А, он подлетает. Восьмую пати не надо суманить. Дайте каску в разбойнику. Спасибо. Мозер, монород, чего не хватает? Локи. Да снимите Т5, оденьте что-нибудь другое. Оно не будет у вас работать. Рыбу поставил. А где поставил? Сзади рейда. Еще раз рычина пул. Джипсов раскидайте вокруг рейда. И вы по центру дайте дорогу. Че, мобов ловлю, где держу их? Под боссом. Рэндж наберите, пожалуйста. Нет, мало. Те, кто умер, летите сами. БР и тратить только на хилов. Можете СС и тоже по хилам сдать. Че, Полин, ты опять работал? Четыре. Я вот тоже с 4. У меня работает. Хилов мало. Очень мало. Это ни от дебафа, ни от маны дохнут, от меня до хила. Исчезла. А как хилов-то мало, если есть три шамана, два приста? А шаманы хилят. Маны нету. Два шамана хилят, два приста. Все равно не хватает. Чувствую.
Чё так далеко эта хрень работает, я не могу. Ищи хилов еще, они не захиливают это. Да. Кир, спекнись хватает, тоже в хила. Мгновенная тоже в хила. Женуэн тоже в хила. Я могу на фэр ползать. Че, вайпаемся, да? Да, падайте сейчас. Может, шторма тоже в хила? У нас сейчас хилило 4 здесь... или 5 хилов. Короче, в хилах у нас. 6-7 хилов. Дердри, Элбрил, Ягодный Топ, Кирсгорн, просто отец. Шторм тоже. Мгновенная в хиле. Женуэн тоже в хиле. Может, ты шкаф пикнуть? Женуэн, значит, портаешься, берешь хилошмот, одеваешь его и тебя... Да, я сейчас тоже возьму. Хилошмот. Рыбу позади рейда стоит. Лучше всего забиться в интеллект, слетать сейчас хилом, чтобы было больше маны. Мы и так в интеллект. Этот ДКшник на халяву хочет первую кату получить просто. Какой ДК? Там за деревом ДК сидит ПВП, ордынец. Как он на халяву Дес или что-то такое. У него фулла вторая карта. Он тут давно уже сидит. Можешь ему пати дать. А ну что там, на форум? На форум постишь просто скрины и все, что ты бил его. Всю локацию, что ли? Вот этот дебаф действует или как? Киньте шкал. Помоните шторма, пожалуйста. Спасибо. Коли палы по мане садятся, что ли, в ПВЕ? Тут все садят. Кем лучше подстраховочным друидом быть? Эльдру или Мишкой? Да ты дамаж варом, забей на друида. Если вдруг сдохнет, там, если Т5 выключится. Ну, хочешь там, не знаю, сзади просто стой, ищу БРМ. Я просто повешу, ага, если что, кого-то бронит. А сумните, это не могу выбрать что-то, куча групп тут. Повешу ту сторону. Крепость, если ты в холик спекнулся, я надеюсь, ты там рейндж будешь соблюдать, не угрохаешь никого. МП5 по шаманам дайте, пожалуйста. Ну, я бы тоже МП5 хотела. Не знаю, я каски бафаю. Каска на всех есть? Да. Все, дали. Спасибо. Крепости холик ужин. Да он у меня был. Еще раз рычу на пол. Какой-то паладин мертвый в нашей группе до сих пор. Бывает, ничего страшного. Четырем людям, да, нужна первая категория здесь?
Монород, Рудвар, Неонекс. Кто еще, не знаю. Вот, да, 4 человека, значит. Пул по отчету. Что-то мне Леха говорил, 6, по-моему, больше человек кому надо. Там Мосс еще, но он сегодня не может. Какая рейнджа там? 10, да, или сколько? О, полегче стал. Если вы увидите, что вот этот ДКшник со звездочкой пишет в тему, кому там что не засчитается, ну, я думаю, вы в курсе, что там можно сделать. Они не засчитают, если у них будет рекаунт. У него, типа, свой рекаунт отказали. Есть. Нет, отказали такому же, что это. Ну, не такой же, а паладин стоял. Отлично тогда. И он там обжаловал, все равно ему сказали до свидания, надо было хотя бы ударить автоатакой и все. Не, ну он вон типа бьет босс, он в рейде не находится, соответственно. Надеюсь, ничего ему не дадут. Не, ну он напишет, что он один убил его и все. Фила, снимите трэшку. Сау. Фила. Еще моба. Сало не могу. Потом поставил. Это сало не снимается. Мага, у тебя хав нету, мага, что ли? Не успел. Я ДК пытаюсь выделить. Можешь его в таргет взять? Там под боссом он со звездочкой идет, какой-то стоит. А он еще типа соло себе квест делает, да? Ага. Не захотел 50к платить. Это же трех, который, что ли? Нет, йота наш. Бадаландабатник. Это бывший ДК Ченс. С бывшей Гильдивенда. Как много бывших? Ну, они сменили название, там у них терки были. Китайский ножик у тебя. В смысле, ДК нужен, он у меня в таргете. Там. Угу. Пока не знаю, кто всех один. Ну давай. Кто? Агро, трэш. Но сало висит, нечего. Чё орать-то? Кто умирает, долго не лежит. Лететь минуту. 30 секунд подыну, вставай. Есть там какие-нибудь гимны на ману, что-нибудь такое? Да, пожалуйста. Я убил, за меня трэш появился. Этот. Надо было танчиться. У нас почти не осталось.
Ну, в этот раз что-то у нас прямо увидит. Да, хуёво будет, не тему создал. На первом месте по ДПС. Ещё порежем на тебя. Ой, подожди, так, мне надо стопнуть точно. Уже немного стопнул. Ебал, я ещё баров порежу, да? Ко мне не подходите, я подорву вас. Кто ж сало весь удержит? Это мобы. Вот, которые выходят маленькие, они верят. Все там ляма. О, полка разведчика вызывали. Неужели мы дожили до того момента? Минус мгновенная. Блин, а кто так и живет? Что там? Зачло, не зачло. Форум пойдете бомбить. Форум, да. Не за что. Полин, это у тебя сколько? 4-4 Все в курсе, кто как чего делать-то надо. Откройте квест, выделите в таргет, найдите себя в рекаунте. Есть что видео, такая есть хрень? Рекаунт. Наведите, что спрашиваете. На свой ник. Да, 4-4 Свайша. А что делать?